Благовещение народное. С незапамятных времен ведется на Руси добрый обычай выпускать о благовещении птиц из клеток на вольную волю. Птицеловы продавали птичек, приговаривая: «Дайте выкуп за птичек, пташки Богу помолятся». Распахни душу навстречу весне, отпусти всех двойников возлюбленных и любимых, выращенных и взлелеенных тобою в своей душе за долгую твою жизнь. Пусть летят на волю, наберись мужества, чтобы стать ненужным для них. А в душе твоей пусть теперь витает весенний дух свободы. Благовещение народное.